Всем кукусь, ребят. Ну что, продолжаем развивать наш ресторан. Так, давайте посмотрим, что у нас новенького, что у нас старенького. Что у нас тут появилось. Так, у нас появились панели задач и испытания. Но испытания я в основном не выполняю. Я не вижу смысла, опыта мне в принципе так хватает. А здесь, когда нам заходят люди, к примеру, и просят, чтобы им там... Сделали меню с тремя морепродуктами. Ну, то есть выдали заказ. Были там морепродукты три раза. Потом здесь шеф у нас, повар. Уверен, что ресторан заслуживает упоминания в путеводителе Мишлен. Привлечь внимание Мишлена. Ну и так далее. У нас с вами появились два конных рабочих. Ну, то есть был Касим и плюс еще Адель появилась. К ним мы еще вернемся. Они у нас будут чуть-чуть позже. Так, я здесь немножко поднакопил денежек, как видите, у нас с вами 1200. Ну, то есть сейчас сотка уйдет на закупку, и на косарик мы сможем с вами что-то купить. Либо посуду, либо на персонаж, на персонал наш, и либо на обеденный зал. Так что давайте идемте смотреть. Теперь мы можем с вами нажать вот сюда и расширить наше помещение. Так, вот мы сможем, к примеру, расширить помещение. Но я думаю, так, мы можем это сделать, да, сможем. Я думаю, в принципе, нам это не стоит пока мы с этим заниматься, так как у нас еще наши помощники не прокачаны. Я не уверен, что мы справимся с таким потоком людей. Хотя в дальнейшем, может быть, мы этим и займемся. Да, тут есть потолки у нас. Так, занавески нету, полы. Полы. Блин, не знаю, может такие полы выбрать. Давайте в темном свете выберем, да? Все, выбрали. Что нам дальше? Панорамные двери. Мне такие нравятся. И стены. Угу. Так, а давайте стены, наверное, вот такие мы и сделаем, немножко разделим. Так, все хорошо. А по поводу планировки, не знаю, можно, конечно, вместимость зала сделать на 15, да? Человек, оно уйдет туда, ну, не знаю. Хотя... Давайте попробуем. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Во, мы немножко теперь расширились. Теперь сможем с вами... Ага, даже банкет маленький какой-то обслужить. Теперь мы сможем с вами закупить либо стулья, либо столы и поменять немножко... Менять немножко наши, как говорится, наше заведение. Так, а где наши стены? Почему? Я хотел вот такими вот. Вот, да? Да, вот такими вот. Все, хорошо. Отлично, теперь стены у нас в одном стиле. И так же самое мы сможем теперь с вами расширить нашу кухню, сделать ее больше. Так, давайте смотреть. Планировка. Угу. Что нам для этого нужно? Требуется уровень 15, требуется уровень 25. Блин, уровень 25, да? Скажите, классно будет. А 25 уровень это чего? Я таки извиняюсь. Какой у нас уровень? Какой у нас с вами уровень? Блин, я хочу большую кухню себе. Так, где наш уровень? Профиль. Ага, вот уровень 14, нам нужен 25. Пятый уровень. Надо будет, наверное, без записи пофармить, сделать себе 25 уровень и расширить нашу кухню по максимуму, да? Вы же не против? Я надеюсь. Так, по поводу меню. Что у нас добавилось? Я поулучшал капрезы, говядина с картошкой и морской язык. Пришлось его улучшить, так как мне надо было, получается, прокачать своего помощника. А без некоторых улучшений он не хотел.
STL, там нужно было при этом вместе с ним язык нарезать, там стек и еще что-то. Так, давайте позаказываем продукты. Так, надеюсь, у тебя будет 12 штучек. Ага, не будет. Ладно. Ладно. Значит, давайте сделаем вот так. Так, 10. И давай вниз еще посмотрим. Во. Давай сюда еще 4 штучки. Раз. И сюда 2. Во. Общая стоимость 204. А у нас с вами 206. Отлично. В принципе, хорошо. Мы можем, конечно, еще кое-чем с вами заняться, то есть приготовить мидии. Давайте посмотрим, что я подкрывал. Так, что у нас тут новенькое есть? Это мидии, рагу, луковый суп мы уже с вами делали. Ну, скорее я делал, да. Отбивные еще нет, и телятину тоже не готовил. Но к этому тоже еще рановато, я думаю... Знаете, когда делать новое меню огромное, когда мы с вами расширимся, когда я прокачаю своих помощников, сейчас они у меня прокачаны где-то процентов, я думаю, на 50, ну то есть они могут со мной на кухне взаимодействовать, там почистить, кое-что нажарить и все. Все, доставка. Доброе утро. Да, мне еще нормально, да. Так, давай ты, наверное... Идешь на закуски, а ты сама сразу идешь на закуски, да? Во, отлично. Она у нас готовит закусочки, а ты у нас, получается, убираешь полы. Вообще шикарно. Я предлагаю эту серию сделать, наверное, я сейчас не буду делать сам заготовки. Как раз вместе с вами посмотрим, на что они способны и сколько времени у меня займет, к примеру, вообще не делать заготовки. А благодаря нашим помощникам новым старым. Готовить. Так, давай заберем все. И давай тут заберем всю. Хорошо, отлично. Идемте. Все, есть. Мы загрузились, загрузились. Так, что новенького здесь есть? Я купил... Это я купил блендер себе. И слайсер. То есть можно теперь нарезать на нем. И пока мисс больше ничего. Так, давайте пока мисс... я сегодня шикарен. Я всегда шикарен, детка. Так, идемте, наверное, посмотрим, что мы сможем с вами... обеденный зал. Что мы с вами можем накупить на наш косарик? А много чего. И вот я думаю, стоит ли это делать и украшать наш обеденный зал. И чем именно его украсить. Так, что у нас тут есть? Или оставить денежку на кухню и закупить оборудование. Тем более мне нужны сковородки и тарелки, и эти вот гарниры. Угу. Так, давайте смотреть, это что у нас? Престижный кухонный стол с полками. Декор. Угу. А можно ли барную стойку нам поменять? Можно ли нам поменять барную стойку? Мне интересно, вот это вот что? Скутер. А где он будет стоять? Он у вас будет стоять внутри где-то или нет? Или это чисто доставка идет? Мы сможем с вами доставлять потом еду. Охладитель напитков. Дайте мне барную стойку. Так, это посуда. Угу. Во, барный подвес. Так, барная стойка, да? Барная стойка. Так, за 75 мы тебе можем купить. А будем ли мы тебе покупать? Давайте выйдем, посмотрим, что у нас сейчас за барная стойка. Какая она? Для этого нужно нажать нам что? Вот сюда, да. И посмотреть. Угу. Бежевая стойка. Угу.
Прикольно. Во. Или сильно низко будет? Не, сильно низко, наверное, будет, да? Отлично, поменялось. Не знаю, но мне в принципе нравится. В принципе, барная стойка мне нравится. Менять, я думаю, не стоит. А вот по поводу столов. Вот, давайте вот такие столы сделаем. Сервировка. Обожаю темную посуду. Не знаю почему, но реально я обожаю темную посуду. Вот, давайте так сделаем. И дальше у нас идет. Вот. Тут так, вот так. Применить ко всем. Выйти. Слушай, есть идея насчет раскрутки ресторана. Одна моя подруга готова сделать нам рекламные плакаты. Если ты за, она расклеит их по всему городу. Надо только платить ее бюджет. Неплохо, давай обойдемся. Монеты минус 100. Не, пока мы обойдемся, я думаю, нам большая реклама пока здесь не надо. И то верно, хорошо, позвоню, объясню, что малость поспешил, да. Объясни, скажи, что ты малость немножечко поспешил. Блин, наверное, стулья. Давайте стулья пойдем посмотрим. Давайте поменяем. Где наш стульчик? Где наш стульчик? Вот стульчики. Нужно выбрать какие-то красивые и удобные, чтобы были. Но я думаю, либо вот такие, как вам, как вариант, либо что-то типа такого плана. Так, а если это мне сколько надо? Бум, все, идем посмотрим, как они выглядят. 75 минуточек потратили. 31-е вложение есть у нас с вами, так что давайте, бумс, применить ко всем. Блин, ну другое дело, согласитесь? Конечно, другое дело. Нужно, наверное, с вами еще полы поменять. Я не знаю. Давайте посмотрим, есть ли у них тут какие-то красивые полы. Угу. Полы, полы, полы. Так, столовые приборы. Пока месси нет, мне нужны полы. Это что у нас? Салфетки, скатерти, столы. Блин, столики красивые такие. Даже я не знаю. А полов нету, да, у нас? Что мы могли украсить с вами? Так, отделка, во, полы. Вот полы есть. Но это, по-моему, на кухню, да? Классическая плитка. Что-нибудь покрасивее есть? Так, стены, 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 во. Давайте смотреть. Угу, за 45. Во, вот такие полы хочу себе. Давайте вот. Есть, отлично. Полы раз. И давайте стены посмотрим, какие-нибудь красивые. Может, такого плана? Пицца. Но мы пиццу пока мы с ней делаем. В дальнейшем, конечно, мы будем ее делать. Но пока мы ей не занимаемся. Так, отделка, отделка, отделка. Давайте, если в красный, попробуем. Идемте посмотрим, как она будет выглядеть. Как раз у нас еще с вами остается время. Есть время перед тем, как нам придут гости. Так, полы. А какие я покупал? Вот эти, да, я купил новые. Да, по-моему. Есть и стены. Во. А ну, выйти.
Ну и все. Другой внешний вид, правильно? Правильно. Красиво. Шикарно. Мне нравится. Не знаю, как вам, но мне нравится. Нужно будет еще поток декор добавить какой-то. Так, а где наша эта штука? Вот это. Давай посмотрим, что у нас тут есть по поводу декора. Светильники, светильники. Выйти. Здесь мы сможем что с вами... Давайте вешалку, наверное, поставим. Во. Что-нибудь, что-нибудь, не знаю, что-нибудь красивое можем сюда сделать. Так, ага. Так, давайте... Не, вот так. Это сюда. Это мы, получается, давайте тоже вешалку сюда поставим. Пригодится к нам. А здесь столики, да? Так, сюда картину. Отлично. Сюда часы. Или тоже картину. Давайте две картины повесим. Отлично. И посмотрим по поводу... Не, картину я хотел. По поводу вот этой вот штуки. Можно ли тебя поменять? Ты будешь закрывать, ты будешь закрывать. Хорошо. Ну, пусть будет. Я думаю, в принципе, пусть будет. Теперь давайте смотреть, что мы сможем с вами сделать на кухне. Так, планировка. Блин, я хочу себе 25 уровень, чтобы посмотреть, как она будет. Так, рабочая поверхность. Угу. Полы. Плитка. Угу. Полы, полы, полы. Не, пусть будет темная кухонная посуда. Тоже пусть будет так. Деревянная столешница. Блин, надо, наверное, столешницу себе сейчас купить, да? Да, давайте, наверное, купим себе столешницу и... И, наверное, хочу себе темные стены на кухне. Во, я знаю, может, вам и не нравится, но обожаю красный, черный и белые цвета. Во, шикарно. Давайте попробуем что-то посмотреть для кухни. У нас можем ли купить себе что-нибудь, либо не можем. Так, отделка кухня. Угу. Плитку, да, можем поменять, но бетонный пол, хорошо, стены. Стены пусть пока темные будут. Так, вот эту вот можем штуку купить себе. Кухонные стойки. Да, давай 125 раз. Блин, дорого, все дорого, реально дорого. 600 у нас остается. 600 остается. 125, 125. 5. Угу. Чего мне не хватает? Не хватает мне, наверное, посуды. Мне посуды побольше б. Так, требуется уровень 10, цена 125. Мне интересно, это какое количество у нас с вами будет этой посуды? Потому что мне иногда реально для готовки не хватает. Блин. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас с вами сковородочек в наличии. И добавится ли еще. Или просто еще сюда добавить. Так, давай смотреть. По 5 штучек, да, у нас? 5 штук, 5 штук. Сковородки 5 штук. Здравствуйте, шеф. Нам только что звонили из комитета коллегии или чего-то такого. Я не до конца поняла. Что им нужно, в общем, они хотят привезти в ресторан большую группу людей. В числе прочего, они хотят меню с определенными позициями. Я тут все записала. Ой. Еще они пообещали ресторану бонус. Мяч на вашей половине поля. Шеф, новая просьба. Так, у нас с вами 5 кастрюлек. Да там было, чьи этих 5 сковородочек. Новая просьба. Что за просьба? Что они хотят в меню? Новинка.
Так, в тематике рыба три штуки. А у нас с вами есть рыба в меню? По-моему, есть, да? Так, морской язык, да, и рулит с морским языком. Все нормально, все хорошо, все отлично. Так, давай смотреть. Давай смотреть. Во, шикарно. И пойдемте попробуем закупить себе. Закупить себе еще эти, как его, сковородочек. Сковородки, сковородки. Где вы, сковородки? Так, ладно, давай за 125 купим. Бум. Хорошо. Идемте смотреть. Хотя, наверное, давайте еще немножко потратимся. Сделаем. Блин, хочу черный себе. Матовая стойка. Бурая. Не хочу зеленую, хочу что-нибудь такого в темных цветах. Давайте посмотрим, появились ли у нас сковородочки. У нас всего было по 5. Либо мне нужно будет докупать вот такую вот поверхность. Еще одну. Да, у нас 5 штучек. А почему? Почему, почему, почему? Так, не туда, не туда. Ага, у нас просто поменялись цветовая палитра, да? Теперь у нас все синим цветом. Окей, правильно я понимаю? Слушай, у нас нет места для готовки блюд из вечернего меню. Без них мы не сможем обслуживать гостей вечером. У нас в запасе примерно час. Справимся, но действовать нужно сверхбыстро. Чего у нас нету? Что ты хочешь? Что ты от меня хочешь? У нас все есть. У нас все хорошо. Так, пока мисс мы не будем с вами идти, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что мы сможем еще купить. Давайте, наверное, стол для смешивания. Нет, мне нужна еще посуда. Посуда, посуда, посуда. Мне по-любому нужна посуда. Где наша посуда? Вот посуда. Раз. Два. Ну, выйти. Все хорошо. Нужно будет сейчас добавить. Потому что реально, когда они начинают готовить, когда они начинают готовить, у меня мало посуды получается. Я не могу ни жарить, ни парить, ни варить. Блин, мне лучше, наверное, знаете, как сделать? Вообще улучшить бы печками. Но дойдем мы с вами до 25 уровня, и вот тогда мы уже с вами все поменяем, сделаем красиво. Так, раз, хорошо. Отлично. И давайте, наверное, посуду еще куда-то. Давайте вот сюда поставим. Все. Шикарно. Теперь у нас много с вами сковородочек и кастрюлек. Да. В каждой по 5 штучек. Блин, синие кастрюли, синие сковородки. Не знаю, как вам цвет. Как вам цвет? Так, кухонная посуда. Давайте, наверное, сковородки сотейники пусть будут. Сковородки так и во, вот так. Пусть у нас будет вот так вот. То есть кастрюльки будут синенькие, сковородочки у нас будут вот таким вот цветом. Согласны? Хотя давайте, наверное, мы сейчас кое-что с вами поменяем. Переместим с этой вот поверхности на другую. Так, раз. И сюда кастрюльки. Два. Во. Все, отлично. Ага, не, мне здесь меню не нужно. Мне нужна просто обычная вот стоечка. Ну все, пошлите открываться. Как вы помните, заготовки я не делал, ничего я не нарезал. Сейчас посмотрим, сколько времени у нас будет занимать готовка с нашими помощниками. Понятно, что будет настоящий ресторан, у нас заготовки бы уже лежали в холодильнике, и мы просто бы отдавали. Я бы стоял бы на здесь,
на раздаче и контролировал бы, как говорится, выдачу продуктов. Но так как это игра, и здесь такая механика мне, не знаю, может, не предназначена, может, еще что-то, но как-то так. Так, давайте, наверное, сделаем вот так. Можно, смотрите, можно одного человека оставить на готовку, второго на посуду. Ну, то есть, чтобы мы вообще с посудой не парились. Давайте, наверное, так попробуем и сделать. В этой серии берем Касима, отправляем его на посуду, а Садель мы будем готовить. Так что, поехали. Так, поехали, поехали, поехали. Давайте смотреть. Я, конечно, не помню, какое у нас меню. Не помню, какое у нас меню. И что нам нужно будет с вами готовить. Так, что у нас есть? Что у нас есть? Ага. Ага, то есть давай карпаччо, наверное. Давай готовку карпаччо, потому что карпаччо у нас долго маринуется. Но ничего страшного. Люди подождут. Ля, какая скорость. Примерно с такой скоростью я режу. Во, все. Таки похвалился. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Так что давайте, ребятки, не забывайте ставить, кстати, лайкосики и писать комментарии. Можете писать любые, можно даже просто смайлики отправлять. Давайте, 23 смайлика, и будет все хорошо. Так, а Касим у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, то сейчас моет посуду, стоит. Да, когда у нас будет грязная посуда, Касим у нас будет ее мыть. Так, все, карпаччо стоит, отлично. Давайте смотреть, что нам нужно. Одно карпаччо, но карпаччо мы сейчас выдать с вами не можем. Потому что оно маринуется, как вы видите. Так, она у нас маринуется, да? Все, пошло. По-моему, если я не ошибаюсь, оно должно мариноваться именно вот так вот. Ага, ты что, вот что-то хочешь приготовить? Ладно, давай, готовь тогда. Вот так вот. Делай песто и делай соус. Ну, тогда давай уже и так делай. Все. Единственное, что я не могу понять по поводу... Где наши... А где ты? Почему? Почему, почему, почему? А, вот оно. Где оно должно стоять? Стоять. Холодильник. Вижу карпаччо. Отправить на склад после подготовки. Можете заранее приготовить блюдо и положить в холодильник. Не знаю, нужно ли его тут хранить, либо сразу его можно в холодильник разместить. Так. Ладно, посмотрим. Давайте посмотрим. Что ты у нас сделала? Да, хорошо. Давайте тогда песто вот наберем. Здесь у нас взять. Ставим и забираем. Вот смотри, нажимаем на посуду на Касима. Опа, и он забрал у нас. Вообще шикарно, согласны? Так. Блин, нарезаешь моцареллу, такое чувство, что ты картоху там режешь. Тебе нету чем заняться. Ничего страшного. Постой немножко. Немножечко постой. Так. Давай начать. Погоди. Только перед этим нужно взять с вами сольку. И начинаем. Так. Давайте специи. Чего не хватает? Не хватает сольки. Отлично. И еще сольки. А теперь превосходно. Все. Отлично. Давайте заканчиваем. Все. Забрать. Выйти. Что у нас по поводу карпаччо? По-моему, тоже готово. Да, тоже готово. Шикарно. Конечно, они еще пока, если у них опыта мало. Мы с вами готовим, к примеру, на А с плюсом, а они пока мест на Б готовят. И с этим ничего не поделать. Так что давайте отдадим. Отдадим, отдадим заказ и будем ждать новых гостей.
Но в любом случае нам нужно давать им работать. И в любом случае придется иногда не на 100%, к примеру, отдавать заказы, а на 96%. Тут с этим уже ничего не поделать. Людям нужен опыт. Как на любой работе, без опыта никуда. Особенно нравится, знаете, есть такие работы, приходишь, говорят, без опыта работы не берем. И ты такой, блин, а как я наберу опыт работы, если вообще меня никто никуда не берет? Так, первый заказ есть, хорошо. Бум. Теперь мне нужно, по-моему, выдать будет три рыбки. Так, в холодильнике стоит. Не знаю, может еще попросить одно ее сделать. Давай попробуем. Пусть маринуется. No problem, шеф. Пусть маринуется. Пригодится? Пригодится. Если нет, то спишем на персонал. Так, у нас еще есть заказик на два человека. Отлично. Так, ну и что там? Давайте смотреть. Ага, рыбка и мяско. Мясо у нас будет, да, с вами? Хорошо. Давай берем тебе сразу, значит, сюда. Раз. Подготовим сюда. Раз. Сейчас дождемся, пока мясо она сделает. Во, отлично. Так, давайте попросим ее рыбку сделать. Раз, два, три. И на мяске. И на мяске нужно будет подождать. Да, будем как настоящий шеф-повара следить за процессом. Так, давай тебя поставим в холодильничек. Маринуйся. Хоть там и написано две звездочки, вот видите, Б. Ну да, А с плюсом ей еще рановато. Если мы не будем давать ей работать вот так, а будем сами все делать, то ну какой опыт она? Говорится, она берет себе. А никакой, правильно. Так, давай паста, наверное, мы заберем. Поставим в холодильничек. Блин, и холодильники нужны. Ну, я реально это все буду делать, когда у нас будет с вами 25 уровень. Вот тогда мы этим всеми займемся. Так. Угу. Ты еще медленно. Ты у нас косим по рыбе хорошо работает. Ты по рыбе у нас еще медленно работаешь. Ладно, ничего страшного. Она у нас больше, по-моему, по мясу, если не ошибаюсь. Так, отлично, отлично, отлично. Давай заканчивай с этим блюдом. Я буду доготавливать. Ты мне приготовишь стейк вместе с картошечкой. Все. Угу. И фасольку еще нужно отварить, да? Да. Так, сейчас, секундочку. Угу, продолжаем. Ты сейчас фасольку у нас сделаешь. И все будет шикарно. Давай тебя пока мясо мы заберем, поставим. Передадим Касиму посудку. Касим. Блин, мне нужно еще одного человека нанять, чтобы у нас был чисто на посуде. Так, здесь фасольку мы забираем. Ставим мы тебя вот сюда. Ты идешь вот сюда. Так. Рыбку мы потом пожарим. Мне теперь нужно... Что еще? Еще клиенты прибывают. Ну, ничего страшного, подождут. Мне нужно мяско. Делаешь раз, два, три. Все, шикарно. Да, здесь я некоторые блюда буду выдавать сразу же и не буду ждать одновременной подачи. Но вы сами понимаете, что на один столик лучше выдавать все сразу. Но, как я еще раз говорил, это всего лишь игра. Так, все, давай, варись. Варись, варись, варись. Рыбка большая, маленькая. Потом мы тебя перевернем. Так, это что у нас? Ага, это соус. Отлично. Ну, либо мы сейчас рыбку возьмем, поставим вот сюда. И выдадим уже вместе с мясом. Нам, по-моему, еще нужно будет выдать два блюда из рыбы. Так, давай, переворачиваем.
Я, в принципе, не сильно спешу. В принципе, не сильно спешу. Ага, все, ты уже справилась, да? Умничка какая. Так, забрать, забрать. И что у нас тут идет? Давай тебе что-нибудь. О, ну, да. Давай, делай рыбку. Делай, делай рыбку. Хотя ты не сильно ее любишь делать, но... Маем еще маем. Так. Кусочек мяса мне нужно пожарить. Начать. Хорошо. Солька перка, да, по-моему, тебе нужна будет. Так, солька у нас есть. Перку мы взяли. Шикарно. Так, рыба почти готова. Сейчас давайте дождемся окончания готовки рыбы. Отдадим Касиму посуду, а сами займемся стейком. Все, шикарно. Касим. Давай, убирай. Давайте сольку перку. И нужно будет посмотреть, какую прожарку хотят наши гости с вами. Так, солька перка, ты все еще хочешь, да? Хорошо. Все, блейсимо. Переворачиваем и пока не забываем. Все, отлично. Давай, рыбку мы ставим пока не вот сюда. Пока мы ставим вот сюда, блин, на С. Ну ладно. Но в любом случае нужно, чтобы она тренировалась. Мы могли, конечно, сами это все делать, соус, но... Пусть учатся. Так, стейк у нас первого уровня. Все, шикарно. Касим. Посудка. Давайте забираем стейк. Стейк у нас А с плюсом, видите, да? А все остальное у нас на С и на А. Так, давай. Ага, я черри забыл. Хорошо. Давайте берем черри. И выдаем рыбку и картосику. Так, отлично, начать. Оценка, я еще раз повторюсь, конечно, будет не стопроцентная. И посетителей будет довольно где-то процентов на 80, но... Но-но-но-но-но-но-но-но. Один наш соус, один наш соус, этот вот ты, да, по-моему, если не ошибаюсь. Да, это ты. Так, давай, 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 пока мясо не остыло. Все, начать. Все, шикарно. Да, я себе досточку вот такую купил. Как вам? Мне тоже нравится. Все, подать. Ага, я сказал подать. Выйти. Давайте сделаем рыбку. Нам что нужно забрать кусочек рыбки. Забрать соус. Поставить отсюда. Сковородку я сказал поставить. Забрать соус. Нажать Касиму. Касим посуду. Все шикарно. Давай остановись пока мяс вот сюда. Выйти. Берем сковородочку. Пока мне ничего не нужно делать. Пока мне все хорошо. Пока мне ты умничка. Так, все. Ага, у нас карпаччо, карпаччо, карпаччо. Карпаччо у нас есть. Тогда, Адель, давай ты у нас еще раз занимаешься. Делай вот. Вот так вот. Здесь мы делаем больше немножко нашу громкость огня. Так, перевернули. Выйти. Хорошо. Блин, все нравилось, нравится в этой игре, но сильно долго идет прокачка. И, к примеру, чтобы мне прокачать следующий уровень моих, получается, су-шефов. Вот смотри, тут нажимаешь, у него 9 уровень. Чтобы перейти на 10, к примеру, ей нужно повыполнять задание. То есть Касиму нужно в меню приготовить меди. А ей нарезать какие-то там овощи, салаты из разных блюд новых. Которые я еще, к примеру, не готовил. И, в принципе, это несложно. Ну вот, к примеру, сделать там мидии, да? Ага, мы не сможем сделать. Ладно, после рабочей смены покажу.
С MelodMidi, в принципе, несложно, но это нужно проработать полностью рабочую смену, дождаться следующего дня, взять MIDI и перенести, получается, в меню, приготовить, заказать и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, готово. Давай сюда, идем выдавать. Карпаччо у нас готово, но в холодильнике с этим, как говорится, у нас проблем нету. Так что выдаем. Сейчас останется еще раз пожарить просто рыбку и отдать. Все. Шикарно подать блюдо. Давайте, наверное, пока мясо дадим карпаччо. Пусть кушают. Так. Подать, отдать, начать. Пока пусть кушают карпаччо. Не, пока мисс мне помощь не нужна. Пока мисс вроде все справляемся. Так, косим, помыть посудку. Умничка. Забираем рыбку. Забираем соус. Бульк. Хорошо. Вот из-за чего я говорил, что нужен кто-то, чтобы посуду мыл. Потому что когда сюда заходишь, вот три сковородочки. Две у Касима, я так понимаю. Он ее моет. Так, давай сюда, давай сюда начать. Можно будет потом куда-то на каждую поверхность, наверное, поставить по одной такой полке с кастрюлями. Так, давай мы тебя поставим пока сюда. Все, хорошо. И продолжаем готовить. Две штуки сковородки. Почему две? А где? Где сковородки? Касим, почему так долго моешь? Ага, вот они, две штучки. Выполняется. Все, хорошо. Теперь, по идее, у нас должно быть... Я понял, что ты свободная. Я понял, что ты свободная, но пока без тебя нема чем занять. Так, все, отлично. Не, ну если хочешь, можем за гаражи с тобой сходить. Идем. Блин, не получится. У нас с тобой заказ. Так, ладно, давай, готовь мне мяско пока есть. Раз, два. Раз, два. Да, вот так. Все хорошо, да, мы успеваем. Так, давай, наверное, еще раз тебя перевернем. Бульк, шпоник, чпуник. Все, хорошо. Потом нужно будет сейчас нам мясо нам взять. Две штучки. И, наверное, вместе с тобой мы дадим сейчас карпаччо. Как я и говорил, что хорошо, что мы с вами сделали карпаччо. Так, косим. Помыть посудку. С двумя помощниками, конечно, быстрее. Быстрее это все происходит. Ну, пока мясо крутится. Как есть. И с одним тоже неплохо. Все, отлично. Выдаем, выдаем, выдаем. Так, поехали. Шикарно. Во, теперь мы можем с вами улучшить рулет с морским языком. Отлично. Так, давай, наверное, отдадим. Не знаю, по поводу улучшений, пока я не хочу ничего улучшать. Потому что с каждым раз, когда ты улучшаешь блюдо, тебе нужно забирать из меню на следующий день это блюдо, ставить какое-то другое, улучшить это, и потом на следующий день нужно будет тебе перенести опять в меню, и это все как-то очень все долго и нудно. И лучше этим заниматься, как говорится, не на запись. Так, давай. Начать. Сделаем два стейка. Один забрать и... Не-н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 е. Ну ладно, давай сделаем, хорошо. Мало ли пригодится. Все, у меня мяса больше нету. Есть, отлично. Мне нужен стейк. Ну, не этот, как его. Не подзависай.
Отлично, в холодильничек. Все хорошо, мы все успеваем. Так, что тебе нужно? Ну, ты хочешь чем-то заняться? Ладно, давай тебя поднагрузим немножечко. Давай делай рыбку. По идее, мы с вами справились. Справились по поводу рыбки. По идее. Так, косим. Посудка. Мы с вами смогли сделать три штуки, если не ошибаюсь. Ага, почему? Почему у меня только... Почему у меня 5 сковородок всего? Я же закупил. Или нет, или так не работает? Если так не работает, тогда... Тогда это плохо. Ладно, тогда придется забрать тебя. Раз. Косим. Сковородка нужна. Срочно. Срочно-срочно нужна посуда. Ладно. Подождем, подождем, подождем. Так, тебя сюда, тебя сюда. Мясо, мясо. Пока мне сюда. Мне нужна сковородка. Так, косима нельзя немножечко побыстрее. Блин, а в чем проблема? Почему так у меня мало посуды? Косим. Мне нужна сковородка. Как же долго это все происходит. А почему я не могу закупить себе больше ее? Как говорится, в чем ваша проблема? Почему я не могу закупить себе больше сковородки? Нужно будет посмотреть этот момент в конце смены. То есть цвет я могу заказывать менять, а количество от этого не меняется. Хотя бы вот. Ладно, один сотейник появился. Ну и куда нам расширяться, ребят, если мы не можем с вами посуду закупить, правильно? Так, первый стейк пошел. Давай посмотрим, посолим, поперчим тебя. Соль, перка есть, хорошо, готово. Тебе нету чем заняться, да? Да, ну мне в принципе тоже, у меня как бы... Так, что по поводу стейка? Первая степень прожарки. Хорошо, хорошо, хорошо. Мне тоже пока здесь нечем заняться из-за того, что у меня нету посуды. Так, превосходно. Делаем громче, делаем громче. Тут мы переворачиваем тебя. Давай. Уйти. Здесь мы тоже тебя перевернем. Давай. О, красавчик. И ждем. Так. Первая есть. Хорошо. И давай ты. Хорошо. Так, косим. Мне нужно помыть посудку. Выдаем. Бульк, бульк. Пошлите, выдаем стейки. Да-да-да. Сейчас займемся, не переживай. Ага, у меня картошки фри нету. Нету, нету, нету. А как это я так упустил? Так, а мне нужна картоха фри. Бульк, бульк. I understand, шеф. Да, шеф, называй меня шеф. Называй меня хозяин. Не ошибешься. Так. Хотя, не, хотя дай сюда, потом мы тебя переставим. Так, что у нас в сковородке? Давай пока мясь... вот у нас же картошка фри. Хорошо, ну ладно, пусть еще будет тогда. Тогда мы берем, значит, один стейк, картошку. Угу, картошку. Так, давай сюда. Нужно, чтобы оно немножко нагрелось. Нужно, чтобы оно немножко нагрелось. Так, все, вроде готово. Все, горячее, горячее, горячее. Пошлите отдавать, пока мясо на все горячее. По-любому наш сегодняшний ужин будет не на все 100%. Процентов на 86, наверное, клиенты будут довольны. Но если я сам буду готовить, то да, смысл мне было нанимать наших помощников, правильно? Так, выходим, выходим, выходим.
Я, конечно, без записи это все вместе с Касимом еще делаю, плюс еще его тренирую. Ну, решил вам показать, что можно одного отправить на мойку посуды, потому что если вы не ставите кого-то на мойку посуды, понятно, что вам придется ее мыть самому. А так как посуды у нас мало, особенно с этих сковородочки и так далее, то устаешь бегать, за этим всем следить. Так, давай сюда. Давай забрали. Касим. Мне интересно, когда можно будет пригласить к себе нового помощничка, и чем он у нас будет заниматься. Так, сковородка, хорошо. Нужно, кстати, не забыть про по поводу посуды. Почему у нас так мало ее? Делаем на всю. И ждем готовки. Так, у нас еще есть с вами две картохи фри. Что ты мало? Будешь картоху? Угощаю. М? Ля, вот это рот, вот это я понимаю. А, ты свободна? Ну пошли, идем. Слышь, Касим? Касим. А последи за рыбкой, пожалуйста, я тут. Я тут, да, идем. Ну пошли. Не. Ладно. Ладно, буду вести себя как шеф, а не как... А не как не шеф. Так, еще пару секундочек, и мы с вами отдадим наш третий заказ, по-моему, либо четвертый. Как же долго происходит это все? Блин, мы успели с ней бы уже вернуться. Так, Касим, на, не захотел меня прикрыть? Мой теперь сковородки. Я знаю, чем тебя занять. Знаю, сейчас погодь. Погоди, как говорится, пару секунд. Так, алло. Шикарно. Просто каждый раз, когда я буду улучшать блюдо и буду просить их готовить, оно каждый раз будет с меньшим количеством баллов. Сейчас вы поймете, о чем. Так, и по идее, это был наш последний гость, правильно? Ты сейчас забираешь, и смена закончилась. Уже спешу к столику. Сейчас посмотрим, он сейчас поставит, и вроде смена закончилась, да? Да. Смена у нас закончилась, ребят. Так, новичок, новичок, новичок. Вот, смотрим. 92, 100. 100 это когда, к примеру, я сам готовил. Во, у нас плюс 330. 350. Плюс 60 у нас закуски обычные. Так, 400 баксов мы сегодня в плюсе. На 200 скупились, да, получается? И 200 мы вложим в кармашек, понятненько. Вот, смотрим. Наши 100 баллов, это то, что мы сами с вами, по-моему, приготовили. А здесь 92 по мясу. Но, ладно. Ладно, не расстраивайтесь, все хорошо, вы только учитесь. Так, малыха, ты со мной, ты домой, вы все расходитесь, все. Так, давайте, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть по поводу посуды. Что у нас по поводу посуды? Почему мы не можем закупить себе кастрюльки красной, алюминиевой? Нет, мне нужно именно количество увеличить. А может, когда я буду расширять кухню, тогда и увеличим количество? Ну, потому что это глупо. Ну, то есть, как бы, у нас тут посадочных мест на 200 человек, а кастрюли всего 5 штучек. Смешно, смешно. Без понятия, что они от меня хотят. Так вот, по поводу того, что, к примеру, улучшить наше блюдо. Что у нас тут можно улучшить? Рулет с морским языком. А по-моему, мы тебя же улучшали или нет? Или что мы улучшали? Мы что-то улучшали, я помню, что-то я... Так, вот, морской язык я улучшил, и... Что-то еще, и капрезе, да. Рулет с морским языком.
Не, пока мисс, наверное, не. Идемте в кабинет. Так, вы можете домой идти. Все, я вас отпускаю. Понятно, что это так не работает, и я не могу домой идти, но пока мисс, я день не завершу. Ну, что я сюда пришел? Ага, вот что я сюда пришел. Так, испытание. Приготовь блюдо с оценкой не ниже А3 раза. Так, ага. И меню. Завершите смену. Тематики рыба 3 штуки. Мы, по-моему, с вами это сделали. Если сейчас завершу, должно это будет, по-моему, выполниться. Но дайте мне посуду. Так, у нас уровень 15. Идемте посмотрим. На 15 уровне, по-моему, мы тоже что-то можем увеличить кухню, да, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь. Ага, я не могу это делать, пока миссия не завершу свой рабочий день. Да, правильно понимаю, да. Ладно, тогда вы большие молодцы. Давайте завершаем ваш рабочий день. И наш с вами. Так, закрыто. Пропустить, пропустить. Все шикарно. Доброе утро, мы, как обычно, с вами первые. Нужно будет еще... Так, давай посмотрим. Вот, размер кухни. В наличии уровень 25. Давайте посмотрим. Вот. Кухня ли стала больше? Да, наша кухня стала больше. Хорошо, хорошо, шикарно. Холодильничек у нас тут. Так, один наш слайсер. Слайсер у нас тут. Нужно будет сделать перестановочку. Ага, кастрюльки. Кастрюльки тоже здесь. Это поверхность. Поверхность, поверхность. Так, давай-ка мы с тобой немножко... Немножко с тобой поменяем. Так, здесь печку отсюда убираем. Ставим бомс. Уйти. Ставим печку вот сюда. Шикарно. Ставим печку вот сюда. Шикарно. И сюда бы еще по одну печечку, да? Им было бы вообще полностью сделать всю поверхность. Но я хочу, знаете, что сделать? Я хочу, чтобы у нас с вами смогли работать. Так, ладно, давайте сделаем закупку. Пока мы будем делать закупку. То есть, пока мы будет ехать закупка, мы с вами сможем... Сможем что-то посмотреть. Может, что-нибудь сделаем покрасивее на нашей кухне. Так, высшие. По 10, 200. Не-не-не, пока мы... Камес не, пока месяц дороговастенько для нас. Какая-то она для нас дороговастенькая. Ты чего? Так, что тут у нас? Ага, мясо. Не, мясо нам дорого сильно. Мы с вами еще столько не зарабатываем. Так, по 6, а тут у нас почем по 4. Ладно, давайте по 6 хотя бы, ну явно не по 20, правильно? Так, тут 10, хорошо. Здесь у нас 14 сможем купить? По-моему, нет, только по 10 можем. Так, ага. Ну, тогда докупим. Все, пошлите докупать. Здесь нам немножко нужно 4 штучки. И тут 2. Во. На 204 у нас с вами остается 600. А мы с вами заработали сколько? 400, по-моему, с чем-то. Понятно, что чем дальше, чем лучше у нас блюда будет, блюда, чем дороже, тем больше мы будем зарабатывать. Но пока мисс, как говорится, у нас еще столько денег с вами нету. Ага, и у нас поменялась обстановочка. Стены, не, стены я хочу себе темные. Вы, как говорится, вот уже извиняйте. Но стены я хочу себе темные. И давайте так, покамесь. Во, такого плана. Блин, может столешницы? А есть столешницы красные или нет? Давайте посмотрим, если у нас красные столешницы. И нужно будет заказать еще одну печку себе.
Все, кухонная плита 90 есть, в наличии 500 остается. Давайте посмотрим. Столешница, блин, ну почти красные. Почти красные, да? Ладно, сотка есть, хорошо потратили. Стенные. Ага, ты уже пришла, да? Умничка, полы. Так, полы пока мест не, пока полы пока не трогать мы не будем. Можно было бы, конечно, еще купить один холодильничек. Ну ладно, не, пока фритюрница нам еще не надо. Идемте смотреть. Так, доставка продуктов есть, отлично. Отлично, отлично, шикарно. Так, давайте посмотрим. Кухонные столы. Так, это не то. Посуда не то. Полы, стены. Так, где тут у нас тут? Где ты, где ты, где ты? Вот, вот так вот. Оно? Ну, другое дело, согласны? Реально другое дело. Все, красивая поверхность. Давай сюда ставим мы еще с вами одну плитку. Кухонную нашу плиту сюда ставим. Бом. Выйти. Шикарно. Так, здесь будет у нас посуда. Блин, у меня синяя посуда, но не знаю. Синяя посуда. Понятно, что это просто вкусовщина, но не знаю, мне синяя посуда не нравится. Давайте посмотрим. Что у нас по поводу красная 125 бом потратили, что у нас остается 294. Угу. Подогреватель 300 дорого, стол для смешивания нам не надо, разделочная доска тоже пока не надо, кулинарная книга у нас есть, вот печечку в дальнейшем нужно будет нам с вами поставить. Но это надо будет поставить, когда у нас будет уже с вами 25 уровень. Тогда мы сможем вообще огромную кухню сделать. Хотя, в принципе, и на такой можно жить, на такой готовить. Отдавать шикарные, как говорится, банкеты. Так, а что я хотел? Я что-то хотел. Кухонная посуда. Нет, не туда. А, я цвет, по-моему, да, там поменял же. Если я не ошибаюсь, по-моему, цвет посуды поменял. Давайте смотрим. Треть полы, кухонная посуда. Во. Красная. Если у нас красная все будет. Давайте смотреть. Но более-менее. Более-менее не так сильно в глаза бросается вот это вот. Вот это вот синий цвет. Так, мы с вами сможем. Сколько у нас в наличии? Требуется уровень 8, стоимость 5 штучек. У нас 23 есть. Мы, конечно, сможем прокачать это все. Пооткрывать новые блюда. Их тут много. Смотрите, мы даже можем пиццы делать. Но для пиццы нам нужна печка для пиццы. Это нужно вводить ее в меню. Но для начала нам нужно прокачать нашего этого Кио Масима и нашу Изабеллу. Вот где ты, вот ты где, что тебе нужно? Кубики говядины 5 раз, говядина для фарша, говядина, ага, и говядина тартар, говяжий тартар нужно будет сделать. А тебе устричный соус 2 штуки, приготовленные спагетти 1 штуку приготовить с помощью Касима миди в горшочке. Вот за что я говорил, что нужно будет вместе с ним открывать. Здорово, Касим, а тебе как раз разговариваем, поняли? Открывать здесь менюшку и вместе с ним... Hello, hello. И вместе с ним делать медиа. Можем сейчас, конечно, попробовать их приготовить. Медиа наши. А давайте попробуем. Так, если я не ошибаюсь... Так, не, не до тебя. Пока не до тебя. Здорово, Касим. Сейчас, Касим, будем готовить с тобой мидии. Хотя я буду сам, конечно, их делать, но... Ну ладно. Так, потому что пока мидия не приготовлю сам, то он не сможет этим заниматься, если я не ошибаюсь.
Так, ага. Ладно. Давай, давай подойдем, зажать. Качество, приоритеты. Все, хорошо. Пошли. Отлично, я походу что-то лишнее себе был заказал. А что я лишнего заказал, я так и не понял. Так, выбросить. Фермерский магазин. Ладно, выбросим. Пусто. Все. Ответственность падает. Ничего страшного, повысим себе ответственность. Так, что я хотел? Я хотел посмотреть, как готовится наша медиа. Как раз с вами. Так, закрепить. Идемте. Так, Касим, давай ты ко мне. Ты мне. Да, ты мне поможешь. Будешь помогать мне готовить. Что нужно? Что нужно, что нужно, что нужно? Так, давай смотреть. Касим, Касим, Касим. Миди. А, ну да, я ж не могу это сделать, пока здесь у меня нету в меню этого. Ладно, Hey. Касим. Иди, убирай дальше. Без тебя справимся. Все, на уборку, да. Справимся без тебя. Так, взяли. Взяли. И взяли. Нужно будет пару раз посмотреть меню, как готовится. Я уже, в принципе, запоминаю. Ну, это как на кухне, когда ты каждый день делаешь одно и то же. Сделать картошку фри. Нарезать. Так, лук мидии, зелень. Этот хорошо. Хорошо. Так, где наша... И наша фритюрница. Давай нашу фритюрницу мы включим. Включайся. Здесь наша картошку фри. Нет, картошечку фри нужно будет нарезать сейчас. И лучок вместе с зеленью начать. Начать. Шикарно. Начать. И начинаем. Да ты шоля какое. Так, давай, кидаем картошку фри. Бумс, пошли. Блин, я хочу себе вот таких вот столов еще поставить сюда, наверное, штучки 3. Они, конечно, дорого стоят, чтобы подогревали наши блюда. Но что поделать? Нужно будет влаживать бабки. Потому что я всего лишь здесь могу только 3 штуки поставить. 2 кастрюли и 3 тарелки. А нам нужно больше. Кстати, давай посмотрим, сколько ты стоишь. Может, если недорого, мы тебя сейчас и закупим. Так, подождите, пока мест не до вас. Пока шеф занят. Так, где ты, где ты, где ты, где ты? 300, 300, ага, подогреватель 300, ладно. Значит, купим уже потом. Шеф, одно рекламное агентство предлагает раскрутить наш ресторанчик вкусными роликами. Если мы им заплатим, они займутся нашим продвижением. Может, даже выучат танец другой. Интересный вариант. Минус 100 монет. Блин, не, ребят, извините, но мне нужна пока есть посуда. Поняла, шеф, будем рекламировать себя сами. За счет вкуснейшей еды. Ну да. Пока лишних денег нету. Понятно, что лучше вложиться в рекламу, но... Но пока месь мы не можем. Так, давай мне кастрюльку. Ставь на огонь. И давайте еще раз посмотрим, как там, в каком порядке оно идет. Так, это мы нарезали. Так, мидии, лук, зелень, вино. Перец, мука, масло. А где наши специи? Вот наши специи. Так, бумс, хорошо. Давай тогда ты вот сюда. Где ты? Где наша мидия? Мидия. Что не так? А где? В чем тебе готовить? Ну, поможешь в кастрюльке или нет? Или я ошибся? А, в сковородочке. Соры, соры. В сковородочке, так в сковородочке. Во. Так, медиа лук. Начать.
Так, специи, чего не хватает? Не хватает черный перец, хорошо. Черный перец. Так. Превосходно. Выйти. Отлично. Потом, по-моему, у нас идет зелень шампанское. Че тут вино? По-моему, зелень вино идет, да? Зелень вино, мука, масло, да. Окей. Так, зелень, вино. И в конце мука, масло нужно будет накрыть сковородочкой. Давайте сделаем мощность побольше. Добавляем с вами тогда. Бумс-бумс. И накрываем сковородочкой. Все, шикарно. Можно, конечно, на медленном огне его так потушить. Давайте, наверное, так и сделаем. Все. В принципе, блюдо не тяжелое. И, наверное, мы с вами завтра... Ну, не в плане, что завтра я выпущу ролик, а в плане я врю за персонажа моего игрыша. Завтра, когда начнется следующий день, я смогу включить это в меню и приготовить вместе с Касимом. Бум. Шикарно. Есть. Хорошо. И давайте посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Что нужно? Картошку фри. Да, забыл. Картося, картося. Картосю фри. Блин, я бы ему рабочие места их бы поменял бы, наверное, туда поставил бы. Ну ладно. Давай, картосю фри. Начать. Начать, начать, начать. Угу. Так, предлагаю посмотреть, что мы можем сделать по сортировке. По сервировке, то есть, кстати, да, по сервировке, ага. Бумс, отлично, меди есть, да? Так, это наши меди, а если мы их, давайте посмотрим. Блин, а может все-таки попробовать... Так, а если мы тебя... Ага, окунем. 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 А нашу картоху куда мы будем ложить? Правильно, никуда. В соус. Тогда нужно будет сделать... Нужно будет сделать с вами вот так. Выбрать другую тарелку. Может, даже можно досточки подать. Как вариант. Или нет. Давайте попробуем. Давайте попробуем, если что, потом можно будет в любой момент поменять, правильно? Так, здесь мы для соусника делаем. Делаем вот так. Хорошо. Давай наполняем соусом. Маловастенько, да, тебе? Нужно больше соуса. А если мы с вами поставим два соусничка? Ага, два мы не можем или можем? Все, шикарно. Так, раз и второй соус сюда. Два, все, выполнили. По поводу миди, давайте смотреть, что у нас тут есть. Открытые мидюшки. Так, раз. Два. 4 и заполнилось, да, все у нас? Блин, плохо, что нельзя. Плохо, что нельзя делать это его. Не, мне не нравится. Мне не нравится. Ага. Давай одну открытую вот сюда. Жалко, что нельзя вниз-вверх его именно направлять. Так, а если мы сделаем вот так, раз. Здесь мы сделаем вот так, два. Перевернулся, да? Тебя сделаем вот так вот, три. Не упадешь? О, все, шикарно. Давай смотреть по поводу картохи фри. Помещайся здесь? Нет, не помещайся, да? Помещайся, все. Картошку фри. Здесь у нас идет лучок с вами.
Так, куда бы тебе лучше бы? Сверху на картошку можно? О, да. Все? Это весь лук? Больше нельзя? Все, это весь лучок, ребят. Весь лучок, который мы можем с вами сделать. Ну и ладно. Блин, нужно будет посмотреть с вами новые эти, как его, гарниры сделать. Так, чтобы тебя сделать какого цвета. Так, давай так. Нужно будет добавить новые бумс. Да, кстати, сейчас пойдем закупим, потому что вот этим базиликом украшать как бы, ну, такое себе. Нужно разнообразие, правильно? Деньги вроде покамест еще есть. Все, покамест будет вот. Так, вот, все, хорошо. Отлично. Не скажу, что я полностью, в принципе, доволен. Ну, как вариант, пусть будет. Так, выйти, оставить эту. Хорошо. Выходим. Так, подать блюдо. Все, шикарно. Мидии мы с вами приготовили. Сейчас, погоди, 2 секунды. Мидии мы приготовили. Так, давай смотреть по поводу тебя. Где ты наш? Вот ты где. Чпоник. Короче, закупаемся по полной. Сколько можем, столько и закупаемся, ребят. Так, ловушка, ага. Потрачусь уже полностью на все. Тут уже, как говорится, извиняйте, но надо. 64, блин, дорого. Дорого, дорого, дорого. Мне больше нету, мне не хватает. Ну, хоть чуть-чуть. Хоть крапулечку, правильно? Правильно. И давайте, наверное, посмотрим по поводу тарелку, какую мы сможем купить. За 30 есть у нас? 24. Купили, за 30 у нас нету. Ну и ладно, опять, наверное, придется мне пару дней пофармить. И потом уже дальше смотреть. Одни расходы. Да-да, и не говори. Ладно, идем посмотрим, что она хочет. Так, привет, шеф, как делишки? Мои подписчики вечно спрашивают, что у тебя новенького. Они всерьез подсели на еду. Каждый день спрашивают твои рецепты. Да что там по несколько раз на дню. Давай ты подготовишь мне какой-нибудь рецептик, знаешь, чтобы простые, но суперские, чтобы легко было приготовить дома. Но вышло объедение. Как тебе мыслишка? Я бы тебе сказал бы свою мыслишку, но я боюсь, что ты обидишься. Так. Сменность меню в тематике рыба. Так мы рыбу давали. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Создать рецепт с оценкой не ниже за каждое. Так я создал рецепт уже. Миди только что. И могу их потом добавить себе в этот меню. И улучшить что-то. Так, ладно. Открепить миди. Давайте к содержанию. Нужно будет потом рулет улучшить. Что еще мы можем? По-моему, там карпаччо. Не карпаччо. Что ж мы там должны были с тобой сделать? Телятина. По-моему, вот тебя телятина. Давай посмотрим, как по поводу телятины. Можем ли мы приготовить тебя? Давайте, наверное, приготовим телятину. И, в принципе, на этом будем заканчивать. Я без вас смену закончу. Уже с ребятами. И уже в следующий раз мы с вами увидимся, когда я нафармлю немножечко денежек. И будем дальше продолжать уже с вами расширять и улучшать наш ресторан. Все, хорошо. Отлично, в холодильничек. Есть. Что тебе еще нужно? У нас все есть для вечера? Да, у нас все есть для вечера. Чеснок, лук. На чем? На сковородке, да, будем делать это? Приправа, перец.
Хорошо. А лучок мы с вами не взяли. А почему? 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 Потому что нужно было вниз спуститься просто. Грибочки. Грибочки — это хорошо. Так, где наша доска для нарезания? Вот она. Начать. Понеслась и понеслась. Все, хорошо. Берем сковородочку. Так, ладно, сами помоем. Если не ошибаюсь, по-моему, идет сначала лук, потом мясо, чеснок, да? Дай посмотри. Да, лук, мясо, чеснок и это. И перчик. Хорошо. Один наши специи, а вот наши специи. Так, перку мы взяли. Идемте доготавливать. Так, понеслась, понеслась. Так, сначала мой лук. Бум, начать. Дай мне по специи посмотреть. Сразу это сделаю, чтобы потом не париться. Все, вот так вот. Поехали. Раз, два. Ой, и мясо тоже. Мясо надо. Хорошо, отлично. И нужно будет в последнюю очередь закинуть. Это ее не закинуть, а накрыть крышкой, чтобы она протушилась. Все, шикарно. Даже можно громкость побольше сделать. Так, отлично. И бумс, бумс. Вроде правильно сделали. Прикрутили, помешали. Закрыли. Все, ждем. Ждем приготовления. В принципе, два блюда мы с вами проработали. То есть вы не сильно обидитесь, если я что-то приготовлю без вас, чтобы повысить уровень наших помощников. Так, давай, пошли. Пошли, 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 пошли. И бом, хорошо. Готово. Готово. Ага, даже три штуки сразу готовится. Это мне нравится. Это хорошо. Смотрите, мы, то есть, три штуки сразу готовится. Разве не шикарно? Я думаю, вообще шикарно. Так. Давай смотреть. Давай, давай, давай смотреть, начать. Так, шикарно. Бум, отдали. Так, давайте перейдем к сервировке. Тарелочку темную. Извините, но она будет у меня темной. Так, давайте смотреть по поводу мяска. Нет, мне не нравится. Не нравится. Такие вот кубики прикольные. Так, если мы попробуем, давайте попробуем. Фикс. Сюда. Сюда. Есть, хорошо. Дальше мне нужен соус. Соус, все, это весь соус. Хотим сделать его в соусе, правильно? Все, хорошо. Дальше идет у нас лучок. Прикольненько. Давайте такой лучок поставим. Внутрь можем закинуть. Ага, это уже чесночок идет, да? Так, пожаренный чесночок мы. А внутрь сможем накидать? Да, сможем. Мне нравится, ребят. Мне реально нравится. Все? Это все, что мы можем? Да. Хорошо, отлично. Давайте туда. Раз, два, три. Блин, маловастенько всего, конечно.
Или порезанные оливки лучше. Давайте попробуем порезанных накидать. Давайте две таких. И две таких. А я вот думаю, может, соусник лучше сделать. Потому что что-то маловато всего получается. Да? Согласны? Не то. Я тоже с этим согласен. Так, давайте, значит, мы меняем с вами. Меняем с вами тарелочку. Делаем ее глубокую. Вот такую раз. Вот такую два. Здесь мы берем с вами, смотрим по поводу соуса. Шикарно. По поводу мяса. Не, не можем мяса. А почему и не можем мяса? Что случилось? Ага, можем. Все, шикарно. Это ж у нас мясное блюдо, правильно? Правильно, пусть будет мяса у нас много. Все, мясо мы больше не можем закинуть. Ну и ладно. Так, чесночок. Чесночок, чесночок. Чесночок. Раз, чтобы было видно. Два. Хорошо. Цибулька. Лук по 10, цибуля по 15. Так что, кому нужно? Так, раз, два, три. Ну, чтобы было видно, что оно тут есть. Чтобы мы не обманываем наших посетителей. Так, чего не хватает? Ага. Так, раз. Блин, оно тонет. Оно тонет, оно его не видно. Главное, что вы знаете, что оно там есть, что оно внутри есть, правильно? Все. Хорошо. Оливки, 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 оливки. Максимум, максимум. Лучок еще сможем добавить, колечко? Да, сможем. О, шикарно. Давайте смотреть по поводу украшения. Угу, давайте сделаем вот такую вот загогулечку. Раз, загогулечку. Два. Дальше идем, смотрим, это нам не надо. А где наши... Алло. Я же закупал же. Почему нету? А вот оно. Вот оно, вот оно что. Вот что оно, Михалыч. Давай попробуем. Главное, чтобы оно не тонуло. Ага, оно тонет. Ну, падла, тонет. Хорошо. Так, давай тебя вот сюда раз. Вот сюда два. Не, не так. Вот так. Не. Не-не-не, падаешь. Ты можешь не падать. Ты можешь не падать. Во, отлично. Теперь давай. Ну, почему? Не могу. Лучок. Лучок, хорошо. И это что у нас? Добавим сюда. Мы не можем, да? Не помещается. Почему не можем? Почему закрыто? Почему закрыто максимально, да? Во, можем. Шикарно. Просто шикарно, 3000. Так, кто это ты? Нет, ты нам не нужен. Все, мы, в принципе, добавили все то, что с вами и хотели. Конечно, мы накидали здесь петрушки с зелени, но... Но-но-но-но-но, давайте. Блин, я думаю, зеленушка здесь будет лишней. Ну, ладно. Ладно, пусть пока здесь будет так. Так вот. Во. А потом, если что, исправим. Нам главное сейчас, как говорится, закончить этот ролик и закончить этот день с приготовленным блюдом. Так, все, подать. Хорошо, отлично. Мы с вами прокачали два блюда. Шикарно. Как раз для тебя, по-моему, и для тебя, да? Если не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Но самое интересное, что заказ у нас будет, ух, на завтрашний день баксов на 400. Так, что я хотел? Я не то... Что я? Где? Вот, тебе нужно будет сделать кубики говядины, да. Говядина по...
И с тобой приготовить мидии. Мы же, по-моему, говядину с вами и сделали, если не ошибаюсь. Так, давай посмотрим. По-моему, говядину мы с вами делали. Нет, это телятина. Мне нужна говядина, да? Где наша говядина? Вот оно ты, да? Вот ты что хочешь от меня? Вот от меня что ты хочешь? Правильно ж? Или неправильно? Так, только открепить к сравнению. Так, говядина по-бургундски. И тут сейчас мы посмотрим. Да-да-да, сейчас будем открываться. Не парьтесь. И тут говядина по-бургундски, по-моему, да, если не ошибаюсь. Да, я хочу посмотреть на мясных блюдах. Так, говядина по-бургундски, говяжий тартар. Подайте блюдо, приготовленное с помощью Адель. Говяжий тартар. Ты еще тартар хочешь? Блин, мы не то блюдо прокачали. Ну и ладненько. Так. К сравнению, у нас есть с вами тартар. Карпаччо, телятина. А у нас с вами, по-моему, тартара нету, да? Так, ладно, выйти. Давай посмотрим, есть ли у нас тут тартар. Так, телячий рагу, карпаччо. Татарский бифштекс. Где наш тартар? Фаршированные помидоры. I don't know. Где этот тартар? Карпаччо, телятина. Не знаю, может, когда я буду подавать много раз карпаччо, оно в тартар превратится или нет. Я без понятия. Ну и ладно. Так, ладно, ребята, давайте, наверное, на этом серию мы закончим. Я сейчас без вас закончу смену. Попробую прокачать наших персонажей, чтобы они хотя бы хоть чуть-чуть лучше знали меню. И уже в следующий раз, когда я это сделаю, и накоплю денежек, мы с вами увидимся, улучшим нашу кухню, закупим, может, оборудование, поменяем немножко обстановочку и посмотрим, чего мы достигли, каких высот. Так что все, всем мур-мур. Идем, малыха, мы с тобой поговорим. За гаражи. Так, всем мур-мур, всем пока-пока и до потом.